спортивный арбитражный суд полностью оправдал 28 российских спортсменов. Напомним, ранее россияне были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом. Их аннулированные результаты на Олимпиаде в Сочи восстановлены. В числе оправданных – лыжник из Якутии Никита Крюков. Помимо этих 28 спортсменов, суд вынес решение в отношении еще 11. Они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, но их дисквалификация на Олимпийские игры сокращены. Спортсмены не смогут принять участие только в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Хочется очень верить, как бы надеяться, то, что ребята пробьются на Олимпийские игры и завоюют там медали. Одно последнее решение, которое не прописано, когда, что Россия стала победителем неофициального общекомандного зачета домашних Олимпийских игр в Сочи. Так вот, мы потеряли только две золотые медали в биатлоне и под вопросом серебро женской эстафеты в биатлоне, потому что слушания трех девчонок пройдут чуть позже. Но несмотря на эти потери, Россия остается победителем домашней Олимпиады.